Добрый вечер, дорогие друзья! На сегодняшний день политики-импотенты, которые... Которые обещали жизненные стандарты. Они обещали услышать каждого украинца. Они обещали реализовать реформы. Ничего не произошло. Им нечем отчитываться перед украинцами. Им нечего что сказать. И чтобы отвлечь внимание, они поднимают вопросы языка, поднимают вопросы истории, начинают спекулировать на темах, которые никого не интересуют. На сегодняшний день вопрос языка 31-ю позицию в интересующих вопросах, а в первую очередь каждого украинца, независимо от места расположения, либо это Донецк, либо Львов, либо Киев, или Симферополь, Запорожье, или еще какой-нибудь другой регион, волнуют вопросы. Первое. Работы, заработной платы, медицинского обслуживания, высоких цен, мизерной пенсии. Эти вопросы волнуют каждого украинца. И не имеет значения, абсолютно никакого значения не имеет, на каком языке ты говоришь. Более 70 национальностей живет в Украине. Мы все понимаем друг друга, независимо от языков. Не имеет абсолютно никакого значения, на каком языке ты говоришь. Не имеет значения, какая у тебя национальность. Не имеет абсолютно никакого значения, в какую церковь ты ходишь. Намного важнее, если ты живешь в Украине, любишь ты эту страну или нет.